Липтику. Мужик с другом сидят в баре и пухают. Один говорит: давай я позвоню твоей жене, а ты потом с моего телефона моей жене. Разыграем, сегодня же 1 апреля. Другой говорит: ну давай. Сначала позвонил первый. Жена друга сразу начинает: я же тебя просил не звонить мне, я же занята на совещании. А тот друг его говорит: извините, ваш муж попал в аварию, сейчас лежит в больнице. Через несколько минут другой мужик берет телефон и звонит его жене. Та сходу начинает: ой, дорогой, ты не поверишь, оказывается, муж Мартёны разбился, допился. У нас сейчас с любовником сразу из ресторана поехала к ним домой отмечать. На рынке покупатель спрашивает: а зачем надо было забить такого маленького кролика? Продавец говорит: я его забил, здравствуйте, он сам умер. Слушай, если я в метро в первую очередь смотрю на правую руку мужчины, это уже возраст? А нет, возраст — это когда ты первым делом смотришь, где свободное место. В садике мамаша спрашивает у воспитательницы: с чего вы взяли, что мы пьем? Воспитательница говорит: вчера всем детям ставили прививки, и после этого ваша дочь весь день проходила с ватой. Она сказала, что от этой ваты пахнет папой с мамой. Если становится страшно, перед глазами охранника проносятся самые лучшие кроссворды в его жизни. Липтику. Я люблю читать книги. А перечитывать понравившиеся любишь? С моей памятью это называется просто читать. Вовочка говорит матери: мама, наш папа книгу написал. Я слышал, он звонил по телефону и говорил: все, наш роман закончен. Соседом снизу у нас договор. Он не будет включать громко музыку, а я не буду дарить тёще скакалку. Я вижу, у тебя есть самокат. Скажи, как, на что обратить внимание при покупке? Я хочу приобрести его для поездки на работу и обратно. Рекомендую в первую очередь обратить внимание на велосипеды. Дед Петруха говорит: Мартёна Мартиновна, дайте мне 10 яиц от чёрной курицы. Мартёна говорит: если ты их сможешь отличить, тогда выбирай. Дед Петруха выбрал самые крупные, заплатил и ушел. Медсестра сказала, что после прививки в профилактических целях рекомендуется не ходить в спортзал один день. Я решил постраховаться и не ходить туда вообще. Подписываемся, кликаем на колокольчик.